Президент России Владимир Путин заявил, что без изменений пенсионная система в будущем может лопнуть. Соответствующее заявление он сделал на встрече с волонтерами в Калининграде в пятницу, 20 июля, передает РИА Новости. На 5 пенсионеров приходится 6 работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет резервного фонда, из которого мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, либо это лопнет, сказал глава государства. В то же время он подчеркнул, что предложенный правительством вариант повышения возраста выхода на пенсию ему не нравится. По его словам, необходимо разобраться во всех нюансах, и время для этого есть, как минимум 10 лет можно не реформировать пенсионное законодательство. Это первое публичное высказывание президента о пенсионной реформе, которую премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал в середине июня. Поднять пенсионный возраст предлагается до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июля законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ поддержали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.